В детстве мне дико хотелось научиться отличать тупые какие-то работы от хороших. Я помню, попал на выставку рисунков Пушкина. Головки, там какие-то линии, закорючки. Какая графика у Пушкина? Я думаю, господи, что это за графика? Это просто вы под магией имени Пушкина находитесь. А если бы его не было, то вы бы прочитали, что это гениальная графика. Разобрались бы в этом? Ну вот, чтобы понять, что это реально гениальная графика, у меня ушло лет 15. То есть процесс нормальный.